It's like I woke up from a nightmare. It's like I woke up from a nightmare. Всем привет, меня зовут Михаил, я владею Subaru Impreza VRX STI в кузове GDB до рестайл, то есть это первая GDB, которая вышла, как ее еще называют, конъюнктивит, конь, косая. Машиной владею полгода, за полгода в принципе с машиной ничего не делалось, кроме датчиков, настройки. Ну и выхлоп, впуск-выпуск, грубо говоря. Вот. На сегодняшний день машина является самой быстрой ЧВН-СТИ на Дальнем Востоке. Машина на квотере показала 12,4 секунды. Вот. Но мы движемся к 12 ровно секундам, то есть к результату машины на твинскролле. Здесь стоит сингл-скролл, турбина VF28 на шарике. Настраивает машину VEX Алексей Унтилов. В принципе, настройщик очень хороший, я им очень доволен. Уже не первый год с ним работаю. Всем советую ездить к Лёхе. Ничего плохого он не сделает с автомобилем, сделает только лучше. До этого я ездил на Subaru Forester, но потом понял для себя, что из Форестера гонку сделать нереально. И решил поменять машину, купил себе Mitsubishi Lancer Evolution 7. Ну, машиной тоже, в принципе, был доволен. Ехала она очень бодро, там много было тюнинга в ней. Но не смог совладать с машиной, потому что это было для меня что-то непонятное, и в случае поломки я даже не знал, куда смотреть. Ну и в итоге я решил поменять автомобиль, опять сесть на Subaru, грубо говоря, опять наступить в говно. Вот. Ну и по счастливой случайности нашел этот автомобиль, договорился с владельцем посмотреть. Ну, друг другу машины посмотрели. Ему понравился Evolution. Я, в принципе, был доволен импрезой. В принципе, по кузову она была довольно в нормальном состоянии. Ну, по мотору были, конечно, некоторые проблемы, но они были очень легко решаемы. И на следующий день, ну, ключами мы уже поменялись. Ну, на этот сезон у нас в планах оставить также полностью сток машину. Ничего, турбо не менять, форсунки оставить те же самые. Ну, грубо говоря, сток мотор, выехать из 12. Сейчас будут эксперименты с резиной. То есть будет ставиться более держаковая резина, потому что на старте всю первую передачу машина буксует и теряется много времени. Но также будет облегчение, очень глобальное. Будут очень легкие двери. Будут покупаться сток двери, полностью выпиливаться. Также будет салон просто весь сниматься. Грубо говоря, останется только торпеда и руль. Вообще, машина в стоке, по моим предположениям, должна ехать 13 секунд ровно, не напрягаясь.
Но чтобы снизить это время при сток автомобиля, как минимум нужно поставить резину. То есть это однозначно не триангл. То есть тут уже придется потратиться. Также поменять топливный насос. Так как машина старая, а насос там стоит заводской. И у нас очень любит народ ездить на лампочке, и насос от этого перегревается. То есть насос не качает свою заявленную мощность. То есть первым, что мы делаем, это меняем топливный насос. Дальше мы просто приезжаем к настройщику Вексу, и он правит заводские карты, потому что заводская... Пидор, сука! Заводская топливная карта, машина очень залита, и чтобы она поехала более-менее быстрее, но и также топливо тратилось не овер 40 литров на километр, то есть это опять нужно подвергать прошивке. Ну и поставить нормальный производительный выхлоп, ну и тренироваться, учиться переключаться.